И, друзья, с вами эксперт «Плачущая дура». Вот она. Она рыдает и смеется одновременно. И еще в перерывах. Ну, расскажи сама о себе. Скажи, люди, я плачущая дура. И это прекрасно, я считаю. Ну, куда ты? Не убегай. Ты же ничего не решаешь этим. Скажи, здравствуйте, я плачущая дура. По-моему, она прекрасна. Скажи, я плачущая дура. Повтори за мной. Я. Плачущая. Ну, это же... Я плачущая дура. Во, я очень тебя люблю, плачущую дуру. Ты прекрасна. Скажи, я себя плачущую дуру люблю. Прям смотри на свое плачущее лицо и говори, я люблю себя, плачущую дуру. Я люблю себя. Плачущую дуру. Плачущую дуру. Я разрешаю себе быть плачущей дурой. Я разрешаю себе быть. Да, прекрасно. Сразу как-то отлегает. Я прощаю себя, плачущую дуру. 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 И разрешаю себе такой быть. И разрешаю себе такой быть. С любовью и благодарностью. С любовью и благодарностью. Ну, что чувствуешь? Ну, немножко улучшение есть, хотя бы небольшое. Маленький шаг. Маленький шаг. А что, чего стало больше? Ну, ты сказала, я люблю себя плачущую дуру, разрешаю себе быть плачущей дурой. Чего стало больше? Позволение. Ну, а представь, будет 100% позволения. Что тогда изменится? Что тогда станет возможно? Когда будет 100% позволения быть собой настоящей? Радость. То есть ты уже будешь не плачущая дура. Радость. Радостная дура. Да, может быть, это твое вообще истинное состояние.